Васька, девка. Так, друзья, приехал Саня. Он кофейку ему. Саня, расскажи, пожалуйста, от начала до конца, где ты был, как добрался сюда? Чего ты тогда, как мы с тобой балакали, потерялся с Днепропетровска? Я добрался очень сложно. Ага. Меня привезли мусора. Бурлук. Я говорю, как есть. Тогда, как мы с тобой балакали, ты был где? В Днепропетровске? Да, в Днепре. Потом я выехал. Куда? На вокзал. На другой вокзал, да? Да, на другой вокзал уже. Меня там принимают мусора. Ага. И говорят, мы вас знаем, Александр Петрович. Поехали с нами. Я говорю, поехали. Меня забрали в Бурлук. Угу. В Бурлуку я посидел сутки. А ты там прям у ментовки сидел? Да, в мусарке. А, Я там сутки просидел. Мне дали повестку. У суд? Да. А за что? Ну, за ту кражу, что было 2007 года. Ну, понял, в Таньке. В Таньке та же краша была. Хай Танька, кстати, скажет ей. Ну я запикаю, матюк. Ну, ты потом с ментовки. Отсидел там сутки. Дальше что? Сразу ты поїхав. Ага, до братика. Свого ріднесенького братника. А там як ти, ну як ти там був, розкажи, от як ти туди приїхав. Ти знімав гостиницю 3 дні, так? Да? А потім вона каже, не треба знімати. Скільки ти днів знімав гостиницю? 3 сутки, напевно. По 480 за сутки, так? Ну да, там полтору штуку. Полтору ходав, як дебіла, кусок. Я понял. И потом пришел до ней жить, да? Познакомился с родителями. Ну я ж такой парень. На весь, на расхват. Я понял. Ты пришел знакомиться, да? Да. Ну дальше, познакомился, что? И остался в ней жить, да? Правильно. Она говорит, не уезжай никуда. Слезы, розы, да? Ну как всегда, сам знаешь. Я как зак... Кочурю свой. Я понял. Потом ти, коротше, все, то ми созвонилися після того, як ти там пожив. І в цей день ми не зустрітилися. Ні, не зустрітив, тому що мене мусора забрали. Так ти, я так поняв, спочатку одне не попав в Дніпропетровськ. Ні. Я заблудився. Другий городок, так, був? Я був не Першотравенський, а Першоманськ, якийсь, блін. Город какой-то. Другий непонятный. Городок. Ну, короче, я заблудился. Так да. Ты мне оттуда звонил, не да, с Днепра? Да, оттуда. А потом пришлось мне телефон продавать там. И ты там спросил на вокзале, ближайший до Харькова, сказали 28 числа, да? Нет, мне сказали, говорю, дай мне до Днепра, потому что до Харькова там нету. Я продал телефон, у меня деньги были как раз. Говорю, дайте мне, пожалуйста, до Днепра. Чтобы я туда выехал туда. На да, Днепро. Да. Ну. Там не так все просто, как ты думаешь. А, ты добрался назад до Днепра. Да. Вернулся. Вернулся там. Ага. Меня там встретила девушка, кассирка. Ага. Ну, меня уважает она. Ну. Я с ней как бы я говорю, ты замужем? Она говорит. Нет, я не замужем. Говорит, да я далеко живу. Говорю, там не. Ну, не важно. Ну. Ну, разбалакався с кассиршей. Вона что каже, на Харьков автобусы есть? Да, говорит, а там платформа какая-то там такая 12-я. Говорю, ладно, пойду я на эту платформу. Ну, вышел, и что ты не выехал сразу? Слушай дальше. Я не выехал туда. Деньги уже закончились у тебя, да? Причем, а как я доехал туда? Ну, телефон же ты там уже сдал. Вам да, бабки. У меня были бабки и есть еще там на сигареты, на пару пачек. Ага. Ты сдав телефон новый свой, там, в Днепре, да? Да, да, слушай дальше. И покатилось все, да? И покатилась жизнь моя. Понятно. Жизнь моя покатилась. Санька сейчас трошку уже еще это, пиздатый трошку. Ну уже так, не сильно, да? Слушай, да я не пил вообще. Я понял. Вообще больной. Я понял. Я с малышкой лежал. Хорошо.
потом оце розказує. Ти пішов в Дніпропетровський, здав телефон. Я тобі якраз це время дзвонив, бо він... Так, так, так. Я сів на лавочку, сижу як гражданин України. Ага, спокійно. Підходив ко мені. Ага. Два чоловіка. Поліцай, так? Не знаю, поліцай, не поліцай. А, гражданки, так? Ні. Ну, взагалі-то, да, гражданки. Ага. Підходять. Смотрят на телефон и говорят, ты такой-то, такой-то. Я говорю, да, я. А, на свой телефон? Да. На фотографии. Ты в розыске, говорит, 4 года уже. Вы что, я говорю, сумасшедшие. Угу. Поехали. Я говорю, поехали, конечно. Привезли меня в Бурлук до прокурора. Угу. Прокурор вышел. Говорит, Саш, я извиняюсь, пожалуйста, угу, вернись на нашу родину. Говорю, нет, не вернусь. А, туда, в этот. Да. Белый колодец, да? Да. Угу. Чтоб я проехал туда обратно. Вот, 14. Вот у меня, кстати, есть. Что показывает? А чё, ну вот, что скрывать? Что там? Подожди, какого числа тут? А, на суд, да? На суд уже. А-а-а. Это же не просто так, на суд. 10-го. Обви... 17-го, ну, ты обвинувач. 17-го да. Числа. А. Понял. Так. Вот в чем проблема. Я ж не в то, что там. Ну, на... ты как-то поедешь на суд 17-го числа? Да надо ехать. А. Ну а там вот ты познакомился с Юлей. Что за девчина, расскажи? Нравится, не нравится? Юлечка? Да. Да такую Юлечку. Ага. Только надо поискать. Поискать. Там ще и этот, Ирина якась пише, что, наверное, штат Херсона. Ты ей объяснился, да? А что я ей сказал? Я одной сказал, говорю, ты шалава. Второй ничего не говорил. Ой, ну вот, друзья, приехал Санька. Что? Вот за те просто дуже переживав. А, ще просили тебе спросить, чим тебе там кормили? А, кормили меня котлетами отбивными. Ага. Ну, наелся я по горло. Ну, приехал к брату, потому что такой свежины, как у него, нету. А, и один написал, что ты петляешь от бетона, от заливки. Бред. Скажи бред, и все. Так, Санька, что твои дальнейшие планы? Какие? Я тебе сказал, який. Все, ти приїхав на роботу, да? Все, я адекватний, я роблю, я стараюсь, я тобі допомагаю. Ну тобі все одно треба пару днів поки клигати, одійти. Не треба мені відкливати. От чого? Та ти зараз он бумаг. Що ти городиш в камеру, ти? Ні, так... Що ти городиш? Ти зараз хочеш сказати... І ти похмелися. Я понял, ты сейчас трезвый, да? Да, я трезвый. Давай сейчас начинаем головать. Все. Давай. Что ты заливать собрался? Кроссовки на месте, друзья. Я думал, он в тапочках проедет. Не, в кроссовках. Ой. Правда, без телефона. Цей облизав. А, собака? А. Ну, Санька, что ты скажешь подписчикам? Вот твои уже. Я скажу им очень. Я благодарен. Что приехал брату. Ага. И хочу ему помочь в дальнейшем. Ну, да, будешь достраивать, да? Помогать. Чтоб он не пил, а я работал. Я понял. Ну все, друзья. Пока. Вот Санька появился, все нормально. И начинал все опять с чистого листа, да? Совсем. Не задрачивай. Не так стыдно. А что стыдно? Не знаю, что мне стыдно. А что стыдиться, ты? Аби ж не пив, не було б стидно. Блін, я приїхав туди, в цей... Оце ж синька, вона до цього йде. Дебілізм оцей. А якщо б ти був трезвий, сів би на автобус, все, попав, я тебе встрітив на трасі і забрав, і все. Куди попав? Куди попав? На Харківську трасу, на Сімферову, де я тебе висаджував. Тут не знав, як виїхати взагалі оттуда, ну. Ой, ну просили просто зняти, як ти приїдеш, Сань. Мені так, телефона що... жалко, все. Йому телефона жалко. А за скільки ти його здав? Сказати? Да. Правду? Ну, та правду ти. Правду? Ну, а чого, за скільки ти здав? За 50-ку.
А, так дешево, да? Да. Так а тебе ж там Першотравенський, ты сказал, давал 800, да? Да, так а тут же дело в том, что я попал не туда, не в той город. А, я выехал. Да дешево ты отдал. Я думал, тысячу полторы. Карточка моя хоть. А, номер ТЮТ, да? Да. Який півтори? Если півтори, я б ще. Ну, короче, Санька, шо? Підзаробище, правильно все, на телефон. Братанчик, отключайся. Все, друзья, всем пока. Сань, скажи пока. Тоже.